превосходно, командор. Потеря этой станции была бы сокрушительным ударом по обороне нашего сектора. Угу. Ну да, у нас только одна высадка, и это, в общем, не очень хорошо. Так, тут у нас что? Мы что-то потеряли контроль над чем-то, да? А, вот, пожалуйста, да, завод летит. А, он у нас и был, да? Ну, да, этот был. Значит, если вот здесь мы... А, одновременно, если бы... Ну, можно было попробовать одновременно пойти еще захватить этот завод. Как-то я про это не подумал. Здесь две для защиты станции. Здесь что? Ой, тут вообще одна. Ну, это вообще... Ладно. Будем пробовать сейчас вот это, да. Что у нас? По просьбе трудящихся, наверное, попробуем. Что у нас тут было? Энергия. К уровню брони. Может, попробовать их как рубак чисто вогнать в ближний бой и там хулиганить. Для этого им надо что-то помощнее дать. Энергия — это хорошо. Энергия — это прыжок, это удар по земле. Ну, в принципе, оно им так прям не очень сильно надо. Что тут можем им дать? Вот это можем дать, да? Здоровье добавляет сотню. Энергия, сопротивление, подавление — тоже неплохо. А у них что у нас? Рукопашный бой, стойкость в ближнем бою, ничего такого. Сильная защита, подавления, допустим, раз. Но я убрал броню, да? Так, сейчас посмотрим, что можно прибавить еще. Так, так, ничего интересного, слабо. Линк к стрельбе. Это не этому персонажу точно. 16. А, мы, наверное, дредноуту дали, да, ту крутую штуковину. Тут 22 к броне. Полная защита от подавления, да, получается. Здесь сколько у нас? 85, да, ну, в принципе, не надо. Но подавить огнем их невозможно будет. Так, 20 к уровню брони. Да, еще здоровье, еще энергия. Угу. Так. Это хорошая прибавка, кстати. Ну, попробуем. Так. Так. 22 к уровню брони. Хм. Все, больше ничего. Просто мы его на прокачку. Тачку на прокачку. Все, сейчас будем им вообще решать. Решать им будем. Так, вот этот уровень, да? Сейчас приступим. Так. Фади готов у нас. Так, если мы это прокачаем. После возрождения 10 секунд, да? А здесь здоровье с каждым ударом в ближнем бою. Тоже такая себе фигня, потому что бьет он достаточно медленно. И, ну, в принципе, если поставить сопротивление отбрасыванию, то это неплохо работает в целом. Но, опять же, надо что-то другое брать. Там или силовой меч, или цепной меч, или розовые когти, что-то такое, побыстрее. Но не это и не это. Это медленноватое. Так, ладно. Попробуем. Ага, я понял примерно, где это. Такое зажатое местечко, сконцентрированное. Орки вот-вот начнут штурм, командор. Зеленокожие сосредоточат усилия на генераторах, питающих станцию. Если генераторы откажут, орки захватят станцию. Все, сейчас будем встречать вражину. Где они тут? Ага, сверху это, да? Ну, не совсем сверху, но и не совсем снизу. Где-то посередине. Да, тут, конечно, риск влетания в, скажем так, на территорию противника. Ага. Никого. Хорошо. И... Ба-ба. Давай этих. Так, наверное, тактика сюда. Ага.
Он уже строчит вовсю. Вот о чем я говорю. Отбросим зеленокожих. А ну-ка. О-о-о, надо драпать. Надо драпать. А вот и не успели. Вот в этом и проблема. Вроде бы неплохо не так. А ну достает. Ну сейчас пусть пройдет. Пусть пройдет. А мы там сзади как этот. Возродимся. Неожиданно. Вот так вот. О! Не, ну так мы не договаривались, слушай. Ты чего? Ты чё такой подлый, а? А, гадёныша. А, поди, тут решает. Да, ну, отбежим. Фадей тоже умеет фланговые тыловые обходы делать. Так, здесь все целые. Так, что, откуда, чего дальше? Ну, ага, снизу идут. Понятно. Понятно, давай сюда. Возьмем позицию. Пусть там и сидит. В принципе, с Фадеем, конечно, геймплей динамичный. И между волнами особо делать нечего, как с скаутами, когда там можно минировать все. Взрывчатку ставить. Вот, поэтому... Как-то... Есть. Так, давай. Еще вот так. Все равно живучесть не очень слабенькие. Бомба. Так. И есть. Отойдем. Не будем рисковать. Да ну куда вы, ну? Раньше творят. Отгады. Блин, этот ракетчик, это, конечно, зло злейшее вообще. Так, давай этого оживим. Да. Возвращайся в битву, брат. Ладно, попробуем за счет скорости компенсировать эти промахи. Кстати. Это Авитус. А пусть они вот тут и стоят. Нужно Да, у нас тут еще много гранат, кстати говоря. Да ладно. Есть. Ага. Консервная банка идет. А, не очень их живучесть. Ну так хоть какая-то, так бы вообще никакой не было бы. Бабах.
Так, есть. ХП надо чуть-чуть прибавить. Я готов. Стандартное перемещение. Угу. Эти тоже ранили, да? Так, сколько он тут? Почти целый. Ну, где он там? Прилетает уже. Или не прилетает? Где третий? Наконец-то. Как-то он так не торопился. Так, граната Таркуса решает. Ну и все, живучесть заканчивается. Только эти начинают своими пулялами бить. Все, броня не выдерживает космодесанта. Хотя это чушь, конечно. Если чисто по лору. И по книгам. Так, а ну стой. Гаденыш. А ну, сколько он урона нанесет? Не особо, я думаю. В общем, тут нет смысла, даже не имеет значения, какое ты оружие берешь, все равно они дохнут слишком быстро. Да, ладно, побежим. Или побегим. Куда, куда ты? Ты мерзкий орк. Лови гранату. Все. Ты посмотри, понастрали тут всяких шагоходов. Ну, кстати, мощный, ничего не скажешь. 100%. Угу. И скорость. О, отлично. Ну, и раз, два. Не дотянули. Короче. В общем, я так понял, все рассчитано так, что... В общем, все рассчитано так, что мы все равно не успеем все отбить. Нам придется в атакующие миссии все равно идти. Хотим мы этого, не хотим. Так, сколько здесь? Ну, тут мы потеряли уже, да, объект получается, да. Все. Хотя не, он стоит два дня. А, не, потеряли, да, вот, все. Все, станцию связи мы потеряли, да? И нет, храм мы потеряли, как я и говорил, вот он. То есть мы не успели все равно, мы не успели, как мы ни старались, все равно мы не успели. И здесь один, ну это вообще просто эпик, я не знаю, тут надо просто жестко дамажить всех так, чтобы постоянно были высадки дополнительные. Нереально сложно. Так, везде остается вообще по минимуму. Так, Легис, тирания, такое, ну, оборонительное. А где тут сообщение о том, что потерян храм, где оно? Дополнительная высадка. Атакован. Такого вон. Станция связи. Ничего не сообщают вообще. Странно. Хотя потеряли мы один завод. То есть один объект. Так, ну не знаю, что тут сказать. Печально, конечно, это все. Все это грустно и печально. Да, ну старались. Но зато старались. В общем, нам надо будет попробовать все-таки вкачать оставшихся двух персонажей и с ними попробовать позатаскивать эти схватки, потому что тут есть потенциал. Ладно, мы попробуем, наверное, в следующем же выпуске, наверное, короткий будет бой у нас там с новой подборкой. Попробуем что-нибудь такое сообразить. Вот, и на основе этого с более разнообразным сетапом
подойти к решению следующих задач, там, защитных миссий преимущественно. Так, ну на этом все. Если понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. До новых встреч.